Вот откуда, например, вещает Джамбетов в Чечне. Там абсолютно невинная женщина, Зарема Мусаева, она сидит в тюрьме в Чечне. Ни за что. И сейчас, на днях, был суд, где прокурор запросил ей... Итак, я хочу начать с темы переформатирования отношения кадыровцев, Кадырова к чеченским, к сторонникам чеченской свободы. Обратите внимание, вот мы не так давно проводили эфир на чеченском языке на партийном канале. Это было, по-моему, в середине прошлого года, когда был разгар войны в Украине. И мы как раз тогда говорили о том, что в случае поражения России, а тогда очень много было разговоров про возможное поражение России в войне, так как Россия моментально захлебнулась при попытке там, трехдневного захвата всей Украины, захлебнулась, понесла огромные потери, затем было тот самый жест доброй воли, то есть оставление одного из направлений российского наступления на Киев. Затем было отвоевание Лимана, всей Харьковской области. То есть вот эти вот поражения, они тогда, поражения России и победы, тактические победы Украины, они привели тогда к таким разговорам о неминуемом поражении России. И мы тоже, освещая эту тему, общались. И я так как раз тогда озвучивал мысль, что Кадыров, когда он почувствует, что Россия, возможно, сейчас проиграет войну, и неважно, в каком формате будет этот проигрыш, но ослабление кремлевской власти подтолкнет Кадырова к тому, чтобы он принимал какие-то очень радикальные меры. И я не исключаю, что он может вполне себе объявить суверенитет, да, свободу, сказал тогда я. И вообще речь у нас тогда шла о том, как себя поведут некоторые товарищи здесь в Европе. Это было все, конечно, в контексте событий. И я говорил об этом, что если он объявит суверенитет, скажет, все, мы теперь свободны. Вот путь Ахмата Кадырова был спасение народа. И вот тогда, значит, спасением народа было сдаться России, кинуть народ под российские сапоги. А сейчас спасением народа будет отделение от России. Просто вот это ему нужно будет сказать. И не нужно даже менять ни флаг, ни сам путь, ничего менять не нужно будет. Просто очень, ну, в принципе, как и обычно, очень интересно, он так переобуется в какой-то момент. И я тогда говорил, как себя поведут многие товарищи здесь, в Европе, готовые переобуться, уже несколько раз переобувшиеся. Сколько будет среди них, вот среди этих ярых борцов за свободу, сколько среди них будет тех, кто скажут, о, а мы как раз свободу и хотели. И если Кадыров за свободу, то мы теперь с Кадыровым, и, значит, примкнут к нему. К чему я все это говорю? Обратите внимание на то, как устами того же Джамбетова сегодня, да, не так радикально, сегодня нет какой-то речи о суверенитете или так далее, но обратите внимание, как у них изменилась риторика в отношении погибших наших героев, борцов за свободу. Обратите внимание, ведь вот эти вот процессы, они не происходят так сразу, так раз радикально в один момент, типа, ну, у некоторых происходит, у того же Джамбетова, например, он вчера борется с Россией, для него Россия главный враг, сегодня он уже Россия мощь там и так далее. Но в глобальном смысле таких резких обычно перемен не бывает. Все происходит постепенно. И Кадыров, он чувствует вот это вот, он как бы держит руку на пульсе, и он чувствует ослабление центральной власти, ее усиление, он чувствует, как отражается на силе этой власти отражается военная обстановка в Украине. И вот эти вот любые выпады Пригожина в сторону российского командования, все эти моменты, они по-любому влияют на центральную власть. И Кадыров это очень хорошо чувствует.
И вот уже сейчас происходит такое переформатирование отношений. Да, он, конечно, сегодня не идет, не ведется никакой речи там про суверенитет, отделение Чечни и так далее, но риторика, она уже изменилась. И это неспроста это все происходит. Понимаете, если несколько лет назад Басаев, Хаттаб, Масхадов, Гилаев, все они были шайтанами, бандитами, террористами, трусами, да как только он над ними не издевался в своих фантазиях, что только он про них не говорил, Гилаева там убили, перепутав его с медведем, типа пограничники, говорил нам Кадыров. Про Басаева он говорил, что он вообще никогда, вообще не является смелым человеком, там типа... Я мечтал с ним встретиться на поле боя, там какую-то такую чушь нес про Бараева, про всех. То обратите внимание, сейчас как изменилась риторика. Сейчас мы устами Джамбетова, Хусейна, того самого, кто воевал в Украине, пел дифирамбы Закаеву, сейчас поет дифирамбы Кадырову. Вот устами этого человека, что мы теперь слышим? Мы слышим слезные обращения к европейской диаспоре чеченцев, к бывшим участникам сопротивления. Он им говорит, давайте, говорит, наладим диалог. Да, озвучьте, что вас не устраивает. То есть уберите, он говорит, неприемлемость, полное вот неприятие, отторжение. Вот это уберите. Давайте поговорим об условиях. Мы готовы, он говорит, здесь есть свобода, там здесь все, что необходимо, есть. Тут вот хозяева, тут чеченцы, чеченцы рулят, чеченцы хозяева своей земли. С чего вдруг вот такое вот такое изменение этого формата общения, изменение позиции в отношении наших героев, ушедших борцов за свободу, с чего это происходит? Это все, это такая, знаете... Такая подготовка к возможным дальнейшим изменениям, на всякий случай. Это не просто... Ну, а как иначе вы это еще объясните? Как вы думаете, лежал такой Кадыров на своем золотом диване в какой-то момент и подумал, ну, все это время он записывал нам эфиры, говоря, что там Басаев, Гилаев, шайтаны, я их там, то-то-то. И потом на тебе проснулся и думает, в принципе... Ну, не такие уже плохие они были ребята. Почему бы нам не попробовать наладить диалог с их сторонниками и так далее? Конечно, нет. К смягчению риторики, к смягчению отношения к тому, к этим нашим героям в целом, к идее независимости. То, что вообще слово вот это вот маршу, независимость, то, что там... Волк как герб, это все начало мусолиться даже в кадыровских каких-то передачах, там, пабликах и так далее. Это все говорит о том, что есть запрос на то, чтобы немножко размыть границы. Возможная подготовка к каким-то более глобальным событиям. Все возможно. Я не предсказываю никаких событий. Я, более того, сейчас вообще не приходится говорить там про какое-то поражение России там, в войне и так далее. Понятно, что это такие процессы, которые очень тяжело предугадать. Но то, что в целом в России эта война привела к серьезным изменениям, и не столько даже... экономическим, сколько к политическим, как, например, вот этот вот культ все, как это правильно сказать, культ того, что Кадыров где угодно, кого угодно там в России достанет, что его нельзя ругать за какие-то слова там в сторону Кадырова, заставят извиняться и так далее. Вы помните, как это было до вот этих вот событий, до событий в Украине? Но к чему они пришли после событий в Украине? Сегодня кому не лень, кто только не просто критикует, материт, опускает Кадырова. Все это вообще стало теперь мейнстримом. Теперь любой начинающий блогер, любой пацан, для того, чтобы в принципе набрать хоть какую-то аудиторию, там, хайпануть,
Он начинает с того, что с ног до головы материт Кадырова, там, кадыровцев и так далее. Понимаете, как все изменилось? То есть вот эти вот процессы, они, хочешь не хочешь, они ослабляют эту политическую власть. А ослабление политической власти приводит к тому, что они вынуждены как-то менять свою риторику, менять формат взаимоотношений и так далее. Вообще, в целом, война в Украине, она для Кадырова она стала вообще фатальной. Потому что она не только сделала, вот как у нас у чеченцев говорят, «Эвэхаздэхкан». То есть она не, это не просто упростила критику в отношении Кадырова, вывела это вообще какой-то новый уровень. Это еще и в целом всю кадыровскую репутацию привело к какой-то клоунаде. Если до войны в Украине, как и ну, в основном на просторах СНГ, как говорили или как знали Кадырова, что это какой-то наделенный невероятными полномочиями и властью человек, который не брезгует нарушением российского же закона, ему дано это право даже на нарушение российского закона самим Путиным, и он, в принципе, где угодно, кого угодно достает, у него есть большое количество людей, некая личная кадыровская армия, вот так про них писали, да, кадыровская армия, у него, значит, это там 20 тысяч, 30 тысяч хорошо вооруженных людей, обученных там и так далее, и они, значит, вот готовы в любое время там, где угодно, кого угодно настигнуть. А что сейчас? Сейчас не то, что там в Украине, то есть не то, что враги Кадырова так о нем говорят, а даже, по сути, коллеги и братья Кадырова, то есть российские военкоры, российские там, те же ЧВКшники, представители российской армии, они все говорят о Кадырове теперь исключительно, точнее, не только о Кадырове, а вообще в целом о кадыровцах, исключительно как о тиктокерах. Понимаете, насколько они потеряли вот эту репутацию страшных, таких опасных таких ребят, из страшных и опасных ребят они превратились в клоунов, в тиктокеров. Теперь даже когда как-то политкорректно попытался представитель ЧВКшной вот этой военной компании Ратибор, по-моему, да, его позывной был, когда ему задали вопрос про Адама Делимханова, он спросил, а кто это? И когда сказали, это депутат Госдумы, первое от Чечни, кадыровский депутат Госдумы, первое, что он сказал, он говорит, я эти тиктоки, он говорит, не смотрю. Понимаете, ассоциация какая? То есть депутат Госдумы ассоциируется не с Государственной Думой, не с парламентом, не с законами, не с Мариуполем, который они утверждают, что они взяли, что они там какие-то очень грамотные бои проводили. Нет, не с этим. А ассоциация у него сразу же Адам Делимханов, кто? Кадыровский депутат. А, тикток, значит, тиктокеры. Ага, снимают. То есть, понимаете, насколько они лишились вот этой вот репутации, понесли очень серьезные репутационные потери. И это все не могло не отразиться и на внутренней, и на внешней политике Кадырова. Под внешней я имею в виду его взаимоотношения с нами, с диаспорой, с чеченцами, которые выехали, имеют совершенно иные взгляды, заявляют, да, открыто заявляют о том, что не хотят быть в составе России. Если до сих пор мы были бандитами, террористами, там, шайтанами, экстремистами, как нас только не называли, и умерших, и живых, то сейчас устами Хусейна Джамбетова нам говорят, ребята, давайте будем налаживать диалог. Расскажите, он всячески пытается вытащить на диалог, чтобы сказали, ну, в принципе, то есть, понимаете, нам нужно принять, в целом принять, сказать, что мы, в принципе, не против вас, просто нас не устраивают вот какие-то нюансы. Понимаете? Примите Кадырова как руководителя,
как мехда, как патчах, да, примите его, говорят. А дальше будем с вами о нюансах говорить. То, что вам не нравится, может быть, мы это как-то там уладим, уберем. Что вам не нравится? Чего вы хотели бы, что вы хотели бы изменить? Понимаете? Ну, предложите. Вот этот вот диалог нужен. И им сейчас очень хочется побольше людей, причем таких каких-то одиозных, им желательно участников боевых действий, воевавших против России, имеющих заслуги, людей, которых знают, им важно этих людей сегодня переманить на свою сторону. И они очень серьезно сейчас над этим работают. Они готовы любые вопросы, там, любые даже убийства, которые были, то есть в столкновениях с ними, они готовы закрыть на это глаза. Они готовы это с точки зрения российского законодательства, там, каких-то личных вопросов, все это уладить, лишь бы переманить этих людей как можно больше, то есть тем самым заручиться вот этой вот, получить эту поддержку. И, возможно, это такое, такие стратегические даже действия для каких-то дальнейших возможных глобальных изменений. Поэтому все эти моменты нужно отслеживать. Это не просто так, это не просто какой-то блогер что-то там говорит. Вы понимаете? Да, он-то сам по себе является таковым, да? Его не нужно воспринимать как какого-то серьезного человека. Однако его устами говорят там совершенно другие люди. Вы же понимаете, что он, когда он поехал в Чечню и из Чечни начал эти вещи говорить, то он говорит только то, что ему разрешают. И только то, что хотят, чтобы он нам говорил. Он не будет говорить ничего того, что чего бы там не хотели. Понимаете? Поэтому на эти вещи нужно обращать внимание, за этим нужно следить. Я хотел бы еще один момент отметить. Вот в этих речах в последнее время начинают проскакивать какие-то попытки пристыдить нас, диаспору, живущую в Европе. Вот, например, в одном из своих последних сообщений он нам, Джамбетов нам говорит, тысячи, он говорит, чеченских женщин, чеченских молодых ребят сидят в тюрьмах в Европе. Ну, за продажу наркотиков. Мол, займитесь вот лучше этой проблемой. Это ведь очень серьезная проблема, говорит он нам. Я хочу ответить, наверное, на это. Я не знаю, честно говоря, какова статистика по тюрьмам. Тот, кто бывал в этих тюрьмах, наверное, он лучше будет знать. Или, честно говоря, не сталкивался. Мне довелось только кадыровского киллера отправить в тюрьму. И еще один сейчас тоже находится в СИЗО. После суда тоже должен отправиться за ним. Но я вполне себе допускаю, что, ну, возможно, там есть какие-то представители нашего народа. И, возможно, и мужчины, и женщины, которые, наверное, совершали какие-то преступления, в том числе и продажи наркотиков на территории европейских стран, и за это были осуждены и посажены в тюрьмы. Беспокоит ли меня это? Ну, наверное, да, если об этом задумываться, то это однозначно неприятный момент. Однако эти люди, они-то хотя бы за дело какое-то сидят. То есть они нарушили законы в этих странах, и по этим законам их осудили. Но вам ли нам говорить об этом, то есть пытаться нас этим пристыдить, если там, откуда ты вещаешь, вот откуда, например, вещает Джамбетов, в Чечне, там абсолютно невинная женщина, Зарема Мусаева, она сидит в тюрьме в Чечне, ни за что. И сейчас, на днях, был суд, где прокурор запросил ей срок 6, по-моему, с половиной лет. Представляете, о чем может идти речь? Здесь мы-то здесь не можем вообще никак на это повлиять. Это не наши страны. Мы приехали сюда, спасаясь, попросили у них защиты. Точно так же, как и ты, Джамбетов, в свое время приехал, попросил и прожил здесь 20 лет, продавая мясо. Вот мы здесь находимся в таком положении. Мы никак не можем помочь
чеченцам, совершившим здесь преступление, и за эти преступления, сидящим в тюрьме, будь это женщины чеченские или молодые ребята, очень неприятно, да, сердце от этого скорбит, но помочь ничем не можем. Но вы говорите ведь, что там свобода, что чеченцы там хозяева сейчас на территории Чечни. Так вот, если там свобода, и вы там хозяева, почему чеченская женщина ни за что сидит в тюрьме? Взрослая, больная чеченская женщина. Если вы скажете, это ни за что, она там напала на сотрудника, давайте допустим, даже если чеченская женщина, как вы говорите, напала на сотрудника, что она ему сделала? Допустим, ударила, оплеуху дала ему, поцарапала его. Это соответствует чеченскому менталитету, чеченскому кодексу, чтобы эта женщина сейчас сидела в тюрьме за это? Это у нас так принято? Займитесь этим вопросом. Освободите эту женщину из тюрьмы. Ведь мы все прекрасно знаем, за что она там сидит. Не было никакого нападения ни на какую женщину. Она там сидит за то, что она является близкой родственницей, матерью и женой. Какими бы плохими ни были ее сыновья, ее муж, как бы вы их там ненавидели, отрываться на этой чеченской женщине не является, а не то, что там, я сейчас про религию вообще молчу, вот это нохчалла, вот эта чеченскость, которой вы постоянно козыряете, это не соответствует этой чеченскости. Чеченские женщины по чеченскому кодексу, чеченским понятиям, вообще никогда ни за какие преступления в этом мире в тюрьме сидеть не должны. У нас нет такого закона в чеченском кодексе, в чеченском менталитете. Нет вообще понятия, чтобы женщина чеченская сидела в тюрьме. Не существует. Если вы хотите возразить, возразите. Предъявите мне хоть один пример, хоть одно преступление, которое может совершить чеченская женщина, и за это ее посадили бы в тюрьму. Мы ведь с вами прекрасно знаем, о чем мы говорим. У нас по нашему менталитету, по чеченским понятиям, по чеченским законам, по чеченскости, у нас мужчины несут ответственность за деяния женщин. Что бы эта женщина ни сделала, она никогда не сядет в тюрьму по чеченским понятиям. Мы с вами это прекрасно понимаем. Поэтому, чем нас пытаться пристыдить из-за того, что здесь, возможно, в тюрьмах какие-то там действительно женщины сидят, и мы никак на это повлиять не можем, я еще раз повторяю, даже если бы невиновную здесь посадили бы, максимум, что мы можем сделать, это по этим законам этих стран пытаться добиться освобождения таких людей. Что мы, собственно, и делаем, когда мы какую-то информацию получаем, что где-то в отношении кого-то происходит какая-то несправедливость, мы в соответствии с законами в этих странах пытаемся добиться для этих людей справедливости. В вопросах предоставления убежища, там, в вопросах депортации, экстрадиции и так далее. Много таких примеров. С наркотиками, правда, не сталкивались, не приходилось. Ну и не знаем, честно говоря, ни одного прецедента, чтобы кого-то здесь, в отношении кого-то было сфабриковано уголовное дело по наркотикам. Просто не слышал, не сталкивался. Но у вас-то есть, как если вы говорите, что вы хозяева в Чечне, что теперь чеченцы управляют Чечней, значит, у вас должны быть все механизмы для того, чтобы не допускать нарушающих чеченскость каких-то нюансов на нашей земле. Ну вот пресеките. И давайте с этого начнем. С Заремы Мусаевой давайте начнем, а потом заглянем в СИЗО в городе Грозном и посмотрим, есть ли там женщины среди сидящих. Для начала. Я уверен, что есть. Давайте посмотрим по ИВСам этих РОВД по республике. Посмотрим, есть ли там женщины. Я уверен, что есть. Давайте их всех освободим. Давайте на уровне, вы же говорите, вы свободны. Вы можете на республиканском уровне принимать любые законы. Давайте примите законы, что бы чеченская женщина не совершила, ее ни в коем случае сажать в СИЗО или в тюрьму не будут. Мы все будем решать по чеченским законам. Давайте, примите такой закон.
если, как вы говорите, у нас там свобода. Видите, но на таких моментах заканчивается вся эта свобода, когда нужно в противовес Кремлю пойти, когда твои законы должны где-то перейти дорогу российской конституции, российским законам, которые доминируют над чеченскими. И любые региональные законы, принимаемые какие-то, это даже не законы, неправильно даже их называть законы, закончики, назовем их так, уменьшительно. Вот закончики, которые принимаются на региональном уровне, они никак не могут противоречить федеральным. А вывести чеченских женщин из-под уголовной юрисдикции российской, это будет прямое противоречие российской конституции. Вы этого сделать не сможете. Поэтому будьте добры, раз вы в отношении себя все эти моменты дозволяете, вы даже дозволяете похищение чеченских женщин, чтобы воздействовать посредством этих женщин на их мужчин, то оставьте в покое живущих в Европе чеченцев и не пытайтесь нас посадить тем, что мы не можем повлиять на то, что у нас в тюрьмах там сидят молодые ребята и, возможно, чеченские женщины. Да, здесь за нарушение закона здесь не будут разбираться, ты женщина или мужчина, ты чеченская женщина или чеченский мужчина. Здесь плевать никто не хотел. Если ты нарушил закон, тебя будут судить. Но я вам скажу точно, чего здесь не сделают. Здесь ни за что, вот что бы ты ни совершил, тебя не посадят на бутылку, снимая это на камеру, и не опубликуют в каких-то около правительственных пабликах, сайтах там, и так далее. Не будет ничего подобного. На сайте полиции, на сайте парламента ни европейского, ни, такого не опубликуют, такого с человеком не сделают. Здесь в принципе человека не будут избивать дубинками, заставляя его там что-то признать, подписать какие-то показания. Здесь не будут его бить током, ничего подобного происходить не будет. Да, какие-то, может быть, моменты нарушения со стороны представителей полиции, они, возможно, тоже будут происходить, но здесь есть инструмент борьбы с этим. А в Чечне-то ничего подобного нет. В Чечне тебя и на бутылку посадят, и, сняв себя, штаны заставят по дорожке бегать, и ты ничего с этим сделать не сможешь. Потом еще на самом высоком уровне глава региона проведет совещание, на котором скажет, да, все правильно сделали. Снимать, правда, не надо было, но посадили на бутылку правильно. Так что, ребята, не чья бы, как говорится, мычала, да не ваша. Вы ничего не можете предъявить, вы ничего не можете подобного нам говорить, вы не можете нас пытаться как-то пристыдить, когда у вас у самих такие проблемы. Займитесь вот этими вопросами. И, кстати говоря, потом сразу можно и к вопросам молодых парней тоже перейти. Если, как вы говорите, свобода, маршо, то сколько таких вопросов, когда, ну, я имею в виду, сколько, например, в этом же СИЗО, в этом же Чернокозово сидят чеченских пацанов за нарушение российских законов. Не каких-то отдельных чеченских, российских. Попробуйте принять на уровне региональном закон, который бы декриминализовал какие-то действия в общей российской картине, вот то, что в России является преступлением, сделать это на уровне региона не преступлением. Попробуйте. И освободите всех этих ребят. Мы посмотрим, как вы это сделаете. Вообще, в целом, конечно, сейчас в связи с этой тенденцией, вот этого задабривания, стирания границы, там, попытки всячески задобрить, поменять риторику и так далее. В этом контексте они, возможно, даже, вы знаете, какие-то шаги будут предпринимать, попытки. Но слишком разгуляться им там не дадут.
То есть вот такие вопросы, как изменение, допустим, законов, принятие на региональном уровне законов, противоречащих России, так разгуляться им никто не даст. Они будут пытаться вот такую пыль в глаза кидать. Да, они, конечно, могут сказать, ну вот, смотрите, например, Джамбетова, они могут его привести в пример. Вот он, допустим, совершил преступление там, в российском уголовном праве. То есть он воевал за пределами, там, против, что-то там, по-моему, даже создание террористической ячейки, что-то такое ему там приписывают. И они могут сказать, вот он приехал и свободно живет, и его никто не трогает. Вы показываете пример того, как в соответствии с этими же действующими законами в России вы просто применяете амнистию в отношении предателей, тех, кто переходит на вашу сторону. Это не изменение закона. Вы измените закон на территории региона, примите закон, что человек, что, например, чеченцы, которые участвуют, которые нарушают закон России и в соответствии с законами России являются преступниками, участвуют там в войне или создают террористические ячейки в соответствии с российским законодательством, на территории Чеченской Республики это преступлением не является. Такие люди на территории республики будут пользоваться иммунитетом, их попытка их задержания, там, привлечение к ответственности будет считаться вторжением там, и так далее. Попробуйте, примите. Понимаете разницу между тем, чтобы какого-то конкретного человека за совершенное преступление в рамках этого же российского закона амнистировать, причем прогнав его через Украину? Вы думаете, почему была вот эта гастроль в Украину, съемки там, что-то, огонь? Вы помните, да, вначале он приехал, сначала там в Чечне потусовался, что-то позаписывал, потом Украина. Это вот этот вот обряд нужно было выполнить как раз-таки для той самой амнистии. Все, типа, поехал в Украину, повоевал за Россию, соответственно, заслуживаешь амнистии. Все вопросы к тебе снимаются. Поэтому это совершенно другая вещь. Они пытаются нас обмануть вот этими такой вот пылью в глаза, когда показывают такие вещи. Вот смотрите, я в розыске, а я спокойно приехал, меня никто не задерживает. Да, но борьба за свободу, которую вели со времен там, шейха Мансура, они же тоже часто любят этим апеллировать, говорить, вот вся та борьба, которую вели там, шейх Мансур и остальные, это была борьба за свободу. Это была та свобода, которую мы сейчас имеем. То есть они типа за эту свободу боролись. Так вот, ребята, я уверяю вас, не за эту свободу они боролись. Эта свобода у нас была всегда. Вот эти вот вопросы, ну, где-то бывало сложнее, там при Советском Союзе было сложнее, чуть ранее было проще, но решать вопросы в рамках российского закона или советского закона, эта возможность была всегда. И боролись у нас не за это, у нас боролись за то, чтобы мы сами решали на своей территории, как нам жить, чтобы на нашей территории действовали наши законы, с полностью соответствующие нашей религии, нашим обычаям, не выходящие за рамки, чтобы мы не присмыкались ни перед кем, понимаете? Вот она, свобода. А не свобода в рамках действующего какого-то российского законодательства, когда тебе дают право решать какие-то индивидуальные вопросы. Вот этого мы тебе разрешаем простить. А вот эту женщину надо будет посадить, понимаете, чтобы не так, чтобы не там, в Кремле, эти вопросы решали. Вот за что мы всегда боролись.